97 года. Родлайнер классик. О, сам хозяин. Как вас зовут? Гена. Гена. Гена Давид. Вот это хозяин этого аппарата. Смотрите, стеклы тут стоят. А что коробка какая у него? 13-я. 12,7 Детройт. Я видел твое видео на YouTube. Я видел, что ты собирал там. Но я не так, знаешь, посмотрел там, вот как сейчас помню, там, ты показывал, как чистишь струны, какой-то там деталь. И говорил, просто взял песок, Детройт, там, какой-то пистолет проломил. А, ну да, это когда только собирал его, было давно да, это. Да, да. А это этот, сигнал? А это нормально. Сейчас иду. Аппарат. Отполированная решетка, смотрите, какая она громадная. Массивная просто. С Техаса. Пары убойные. Этот с Канады, бампер с Канады приехал, я его заказывал. Ну да, говорят, здесь их не выпускают, с Канады берут их все. Да, с Канады. Постоянно полируете, да? Да. Класс. Ну, вот только вот этот... Ну а этот бампер ничего не боится, абсолютно. Прикольно. Это подкрасить надо, да? А, это я крылья красил, и вот что-то начало трескать, она все перетело. Начало... Стекловолокно. Да неправильная штаблевка. И вот оно пошло вот такими вот полосами. Не знаю почему, все перетело. А это горит или уже не? Не горит эта полоска? Должно гореть. Я отсоединил, потому что... А, еще и здесь, да, ничего себе. Я начал все переделать. Оно внутри, это все LED. Понятно. Это внутри горит, и вот это вот. Я обрезал, я начал все переделать. Сколько лампочек у вас? Я не знаю, больше 100. А эта труба, получается, полностью литая, только кожа одета, да? А? Литая труба, только кожа сверху одета, да? Да, это я чехольчики пошел без света. И сюда, ага. Да, на ящиках. На ящиках. А, и на ящиках. На ящиках такие чехольчики. Кожа не набрызгали. И пьюшка, да? Да. Термокинг? Да. А, и вот здесь лампочки везде. Все должно гореть, по идее, да? Ну, я начал все переделывать, потому что вот эти вот резинки, это все это не годится. Оно от ветра выдувает, ржавеет. Да, зима убивает все. Я начал ставить такие закрытые, зад закрытый. Да, я знаю. И тогда оно там моркнет, раз. Ну, провода все равно потом ломаются. Ну, вечером ничего не бывает. Ну да, это тоже. А вот сейчас оно закрыто. И там закрыто, я положил это. Силикон? Да. А, я понял. Для этого. Электрикал гриз. Все закрыто, электрикал. Все закрыто и все красиво. А трубы, прямоток стоит или нет? Нет. А, здесь и есть мафлор, окей. Потому что я не буду сильно шутить. Ну, прикольно. Да. Аппарат. Ну да, я не мог пропустить его. Я думаю, надо пойти посмотреть, что это за аппарат. А так 5, 8, 6. А это сигнал уже мощный, который, да? Это уже идет внизу у вас стоит. Да. Это вот это вот форма. А, это вот это он это и есть. Он есть, да. А у вас большого нет такого, который. Я понял. Он мне не нравится. Он вибрирует, он грубый такой. Он ломается. Да, не отламывается, а надо этот, брать. А этот такой
Но он не громкий. Зал, он довольно. Это я чуть-чуть. Ну да, сейчас кто-то трекстапит, но чуть-чуть. Прикольно. О. Он довольно громкий. Смотрите, весь Chrome Package. Все как положено, везде LED, здесь красненькие, синие. Это колонки здесь установлены, да? Да, я туда вставил вот эти вот, я купил эти, как это называется? Ну да, в Triple ID. Да, да, эти, как они называются? Смотрите, какие шторы, вообще просто обалдеть. Конкретно эти. Везде бабуины мишелиновские. Смотрите, знак Скании. Там тоже. Класс. Шикарно. Мен, так уютно вообще. Обалдеть. Менты ничего не говорят по поводу этих? Нормально, да? Там такой капот. Когда-то один раз меня остановил кап. И он сказал, что это не положено, неправильно, но красиво и ладно. Ну да. О, педали надо мне сделать. И полы тоже hardwood floors, ну эти. Дуб, это какой это? Клён? А? Дуб? Что это? Полы. Ну, это engineering floor. Как у меня тоже engineering floor, да. А какое дерево? А? Какое дерево? А черт его знает. Я думаю, похоже, как... Я не знаю, если это дуб, но все равно, в общем. А, и здесь хромированный этот. Вау. Видел, пацаны, вот она Legacy получается, вот сид. Это высоко, у меня такое же, только низко, но это с автоматом. То есть вы сели, оно, да, видите, само от веса, зависимо какой вес. Если да. Тяжелее, выше поднимает. А вылазишь, оно опускается. Оно опускается. Но это надо сесть, когда тяжело. Вот я только что вышел, и оно раз само опустилось вниз. То есть автомат стоит. Да. Класс. Да. Аппарат. Везде эти. Это серьезно. Как они называются, эти Мишелин? Мишелин. Как ты их по-русски называют прикольно? Я забыл, как что такие-то бабуины. Ребята, вот кому интересно, как красить эти буквы Мишелин. Да, он нажимает и то перечекает этот, как да, он. Немножко подсох. Подсох уже. Ну-ка я сниму его, как он сам выглядит. Вот такой вот карандаш, и внутри краска, вот там этот, вот paint marker. Да, paint, это обычный маркер. И все, вот так мажете, кому интересно. Красится и долго держится. Это другой бренд, да? Да, да. Ну тоже, это paint marker. Тот хороший, тот Milwaukee, тот Lincoln Milwaukee. Да. И вот так вот раз. Аккуратненько. Это я промахнулся. Старая стала. Приятно было познакомиться. Мне тоже было приятно. Вам удачи. Я думаю, еще встретимся. Брату, да, спасибо. Дороги, да, спасибо. Все, удачи вам. Счастливо.